С визитом в Казанский федеральный университет прибыла делегация Тайваньского университета Формоза. Зарубежных гостей встретил проректор по внешним связям КФУ Ленар Латыпов. Он провел для делегации презентацию Казанского университета. На встрече обсуждались возможности сотрудничества. Мы обсудили, что конкретно в каком области между нашими вузами возможно найти самые интересные программы не только для студентов, и тоже и для преподавателей, и для исследований. Для развития дальнейшего взаимодействия после презентации гости ознакомились с Институтом управления экономики и финансов и Институтом международных отношений КФУ. Также интерес у университета Формоза вызвало биомедицинское направление. Помимо этого, ожидается, что в ближайшее время университет посетит делегация специалистов инженерного направления для обсуждения сотрудничества в этой области. Помимо научного взаимодействия, планируется и обмен студентами. Также университет Формоза приглашает студентов Казанского федерального университета в свой лагерь для обмена научным и культурным опытом. Студенты из России, из Канады, из США, из Таиланда, из Тайваня. Вместе у нас будут они как своя группа. Они должны создать свой проект и потом будет показать все, и мы выберем, кто победитель. Также в Казанский федеральный университет прибыла делегация из Китая во главе с первым секретарем городского комитета коммунистической партии города Харбин господином Ван Чжаули. Для них была организована экскурсия по музею истории КФУ. Наибольший интерес у них вызвала история обучения Владимира Ленина. Артем Тупичкин, Владимир Нелюбин, Универньюз.